Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем делать вот такую поделку. Маска зайчика. Для этого нам потребуется лист белого картона, цветная бумага розового цвета, клей ПВА и вата. Я заранее из белого картона вырезала вот такой шаблон маски. Из розового картона вырезала ушки и носик. Сейчас нам нужно приклеить носик. Вниз нашей маски и приклеить розовые ушки. Наносим клей на обратную сторону цветной бумаги и аккуратно приклеиваем. А затем нам нужно будет нанести клей на белый картон. Наносим его обильно, чтобы вся вата хорошо приклеилась. Затем мы берем кусочки ваты и наклеиваем. Сначала я приклею вату на ушки зайчику. Вату следует распушить, чтобы зайчик получился более пушистым. Вату отрываем небольшими кусочками и аккуратно приклеиваем по всему периметру белого картона. Где у нас щечки зайчика, можно оторвать ватки побольше. Мне не хватило клея, поэтому я наношу небольшое количество клея на щеки нашего зайки. Вот такой замечательный зайчик у меня получился, но я уверена, что у вас получится еще лучше. Ну а мне пора с вами прощаться. Пока-пока!